Национальный певец гала-шоу номер 7. Выступление Арутюна разбираем прямо сейчас. Погнали! Ну что же, ребятушки мои дорогие, здравствуйте! Кто еще не знаком со мной? А ну-ка, как меня зовут? Как меня зовут? Стыдно не знать, потому что я Богдан, и я тот самый блогер, который очень активно отслеживает национального певца 2019, снимает обзоры на каждый выпуск, и сегодня в мои ручища попал Арутюн, новое выступление, новая песня. Я очень благодарен подписчице, в инстаграме она мне рассказала, о чем же песня, благодаря этому я могу лучше ориентироваться и понимать, помимо, вы знаете, каких-то ассоциативных рядов и интуиции, я могу действительно предметно поговорить, как он прочувствовал и исполнил эту песню. Я напоминаю, что это музыкальный канал Беспала Мьюзик, 24/7 о музыке, поэтому обязательно подпишитесь, станьте частью моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство Ютуба. Проект в разгаре. Правда, в прошлый раз мне показалось немного скучным отсутствие каких-либо локаций и шоу. Вокал вокалом, но хочется какого-то сопровождения для того, чтобы человек был заинтересован и хотел досмотреть до конца. Обратите внимание, тот же «Голос страны» или же X-Factor всегда есть какое-то сопровождение, бэкграунд. А здесь они уже выходят в который раз, ребята просто поют, 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 поют. Фух, я понимаю, что это вокальное шоу, но где же зрелище? Хлеба и зрелища дайте мне, пожалуйста. В общем, смотрим урывки. Я напоминаю, что я не могу использовать полное выступление, потому что иначе меня могут заблокировать, забанить. Уже столкнулся с такой проблемой, не хочу рисковать, поэтому некоторые кусочки мы смотрим, их обсуждаем и делаем выводы, топ или флоп. Арутюн, фамилию не произношу, уже столько времени прошло, я никак не могу выговорить правильно. Поэтому сегодня без фамилии Арутюна, просто Арутюн, гала-шоу номер 7, выступление смотрим. Грустная песня, серьезный вид. О, появилось музыкальное сопровождение, это хорошо. Мне уже нравится то, что он, как вам это объяснить, вошел в состояние внутреннее, да, и своей энергетикой доносит нам важность песни. Я еще не знаю, как он будет петь, но я уже сосредоточен на вокале, и мне крайне интересно, как он будет раскрывать мелодию, потому что вначале мелодия звучит, ну, очень эстетично, очень гармонично, и даже грустная композиция, она порой может поднять настроение. Фу, как же эмоционально он начал. Мне на самом деле тяжело сдерживать эмоции, потому что подошел ком к горлу и... Так, надо сосредоточиться, мы снимаем влог. Здесь не место самых-самых таких эмоций, иначе просто заплыву в слезах. Почему я так реагирую? Потому что я понимаю, о чем эта песня, мне рассказали, но давайте поэтапно смотреть. Ай, так, стоп. Чёрт. Yeah.
Очень эмоциональная песня. И я понимаю, почему ему тяжело ее петь. Такс. Надо настроиться. Ладно, я, ребят, не могу пока комментировать. Давайте дальше посмотрим. Я сейчас как-то это в голове своей переварю. Настолько эмоционально он это поет. Настолько эта тема близка, да, каждому человеку. Потому что каждый из нас в душе ребенок. И каждый из нас хочет вернуться в детство. Ладно, давайте смотреть. Я не знаю, мне трудно комментировать. Впервые за весь сезон ребят, извините, пожалуйста, я не знаю, просто композиция настолько попала в мое какое-то внутреннее состояние душевное. Тема родителей дома, она всегда очень... Это всегда очень личное, и я думаю, что для каждого из нас это очень... Я не могу. Я не знаю, что я буду монтировать. Потому что элементарно я не могу сейчас высказывать свое мнение. И я понимаю, почему Арутюн заплакал в самом начале. Ладно, давайте смотреть дальше. Очень трогательно то, что он подошел к маме. Я не знаю, как это комментировать. В общем, что я могу сказать? Извините, пожалуйста. Я что-то излишне эмоционально это воспринял. Принял близко. Даже увожу взгляд от камеры, взгляд от вас, потому что мне неловко в этой ситуации. Я никогда ранее так эмоционально не реагировал. В общем, вокал
Неимоверные. Он это пел настолько душой, он настолько проникся этим, передал это состояние, заразил весь зал. Песня заполнила пространство всецело. И здесь... Ребят, извините. Однозначно, это самое лучшее выступление Рутюна за весь сезон. Настолько проницает душу, настолько выбрана правильно песня, посыл песни. И это была песня победителя, как по мне. Я благодарен каждому, кто смотрит мой блог, кто оставляет подписку свою, кто следит за новостями. Я ценю каждого человека. Я не просто так называю вас интернет-семьей, потому что на самом деле я вас воспринимаю именно как семью. Для меня на сегодняшний день это самое лучшее выступление, без преувеличений. Поэтому... Как я уже сказал, песня победителя. 10 из 10. Я не хочу заострять свое внимание на каких-то деталях, потому что все было на высшем уровне. Ребят, спасибо. Я не прощаюсь. Напишите, что вы думаете по поводу выступления Рутюна. Какую вы оценку поставите этой песне. И обязательно подписывайтесь. Я не прощаюсь, а говорю до встречи на моем канале. Па-па.